Да, Дуда, плей. Ребятки, вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру Hills of Steel. Так, кто у нас тут? Акс, Алексус и Дуда Плей. Поехали. Алекс Раш. Так, мне надо его будет победить. Срочно, причем. Оп. Ой, смотри, он сразу ракетки свои выпускает ракетки. Ах ты гад. Ой. Блин. Дамажит меня. На, получай, отдыхай. Хорошо. Скоро мы откроем сундук. Посмотрим, что там будет лежать, я не знаю. Так, выбираем наш Феникс. Играем за Феникса сегодня. Катюша. Угу. Опасный танк, слушай, да. Катюша. Как бы мне тут встать аккуратно? О, начал стрелять, дружище-то, а? Ой, дамажит меня, смотри-ка. Ё-моё. Так, мне нужно подлечиться. Так, и идём на абордаж. О, он тоже подлечился, да? Хорошо. Сейчас мы его прожариваем. И совсем чуть-чуть немножко осталось. Мы его победили. Что ж, получается, мы открыли сундучок. Ах, 14 монет. Ну что это вообще? Ребята, это не серьезно, 14 монет. Такс, поехали дальше. Я буду играть за Феникса. Пока не буду танк менять. Такс, оса у нас. Поехали. Аккуратно. Не спеша. А, ну в принципе мы его должны быстро уничтожить. У него, во-первых, здоровье быстро уходит. Так, еще немножко. Смотри, видишь, как легко мы его все-таки победили. Опа, и открываем сундук. Давайте посмотрим, что там будет. Мне нужны кристаллы. Есть, самоцветы. Два самоцвета. Ну, это не слишком много, конечно. Давай в классический поиграем. Битва за материнский корабль. И берем, например... А давайте вот этого возьмем, Джокера. Давайте мы его прокачаем. Ох ты, у нас Джокер прокачан полностью. Такс. Блин. У нас этого ремонтного комплекта нету. Ну ладно, ничего страшного. Что ж взять? А давай защиту возьмем. Повысим уровень. Блин, у нас защита слабая будет, да? Ну ладно. Поехали на Джокере. А, Джокер у нас очень быстрый танк. И быстро он стреляет. Практически без остановки. Да, хорошо дамажит. Мы его, видишь, еще прокачали полностью. Так, стопе. Стреляем. Есть. Уничтожились. Потратили мы деньги. Ну, в принципе, не сильно много, конечно. Ну, ладно. Ой, как хорошо, смотри. С двух ударов он реально убивает. Офигеть. Классный танк какой. Слушай, я тебя недооценивал. Конкретно причем недооценивал. Слушай. Очень мощный. Так, защиту сразу вырубим. Есть. И у нас сейчас будет босс. Защиту надо было раньше включать. Ну ладно. Стреляем в босса. Офигеть. Вот это супер танк. Классный какой.
Ой, что-то мне не хватает мощности. Заехать, давай. В смысле, я заехать не могу? Я понимаю, что ты маленький танк, но не до такой же степени. Так, ну что тут? Не, никого нету, ладно. Я хотел им комплект немножко оставить, но потом... Но не получается так сделать. Тихо, хватит меня стрелять. Все, сейчас они все братья вот эти. Бандиты. Подъеду до меня, будут меня сейчас замажить. Ах ты. Вот когда трупы танков стоят, они мне мешают. Ой-о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 й. Так, давай, иди сюда. Да, реально, с двух ударов, смотри, выносится. Надо бы будет попробовать в одиночном столкновении поиграть с ним. Так, давай защиту сразу врубим. Потому что у нас здоровье уменьшается. Тысяча 300 монет. О, Катюша, разыгралась. Аккуратней. Есть. Вот этого жирненького тоже мы уничтожили. И босс. Повелитель. Созерцатель, то есть, извините. Созерцатель едет к нам. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ах ты, намажешь мне. На тебя, получай. Офигеть. Мне быстрее нужно защиту отремонтироваться немножко. И защиту мы включаем. И мы готовы к новым боям. К новому бою, да? А, есть. Да, мощные какие, смотрю, у него. Все-таки ракетки. Не ожидал я от Джокера, что он такой сильный будет, кстати. Кстати, напиши в комментарии, какой твой любимый танк в этой игре. И напиши, в какую игру поиграть в следующий раз. Кстати, вы мне пишите, в какие игры играть. Я стараюсь их и играть потом. Да. И приветы. Передавайте приветы, я вам передам привет в ролике. Пишите в комментариях, я вам либо устно могу передать приветы, либо прикрепить. Так, что у нас тут? Блин, меня сейчас уничтожат, а? Вот реально. Здоровья мало уже. Да вы достали меня. Дроны. Да, здоровье уменьшается катастрофически. Сейчас я погибну. Все, меня взорвали. Пожалуйста. Чинить мы танк не будем. 800 монет заработали. Неплохо. Я хочу один на один поиграть. С Джокером. Попробовать, посмотреть, как он будет себя... Ну, танк небольшой, в принципе. Может быть, мы победим. Так, у нас защита есть, да? Включаем сразу же защиту. На, получай. Нет, ракеты вонючки. Сняли, смотри, сразу же с меня защита слетела. Я не знаю. Попробуем его уничтожить. Все-таки плохо, что... Ох, нифига, долетела как до меня сюда. Ах ты, гад, смотри, что творишь, а. Смотри, что творит, а, гад. Так, ну и что? Следующая награда. Блин, ладно. Короче, я не буду играть вот на Джокере. Надо, короче, брать вот проверенный танк. Это у меня Феникс. Угу. Только вот только на Фениксе. Реально. Ждем. О, Катюша едет. Ах ты гад, смотри, специально не подъезжает близко. Ну ладно, я сейчас тебя обхитрю, подожди. Сейчас, подожди, обхитрю тебя. Вот сюда встану. Все, ты мне ничего не сделаешь. Абсолютно. Только вот я тебя уничтожу сейчас и все. Готов. 60 монет. Ну, тоже неплохо, в принципе. 60 монет. Тат,
Тата всех. Тата всех. Что это за... Тат. Тата всех. Что это за название такое странное? Ух ты! Я вижу. Очень мощный. Смотри, мощно очень он берет меня. Так, быстро подлечились мы. Давай, стреляй, алло! Еще чуть-чуть. Да нет! Как? В смысле? В смысле он меня уничтожил? Ладно, у меня тоже такой танк есть. У меня вот еще такой вот есть танк. Арахнит. А, чуть-чуть денег не хватает. Давай попробуем арахнидом. Арахнидом против Джокера. Поиграем. Блин, он медленный, конечно, ну ладно. Все. Тыщ. А, надо было ближе стрелять. Ладно, ничего страшного. Подождем. Во, едет. На, получай. Готов. Круто. Победили мы. Это очень хорошо.